Всем привет, подписчики моего канала. Вот такие вот лошади у нас тут водятся. Посмотрите, какие красавицы. Сегодняшнее видео будет вообще о канарейках. Это просто сейчас на прогулке с лошадьми общаемся. Сейчас пойдем домой, будем идти через лес, там очень много гнезд мной было обнаружено. Ну и поэтому решил сегодняшнее видео посвятить канареечным гнездам. Вот я вам поближе сейчас лошадок сделаю. Какие красавицы у нас тут. У нас тут их много. Вон там еще, пожалуйста. Вот оно какое. Вот такой вот у нас лес, друзья мои. Вот тропа. И вот почему решил сегодня сделать видео о гнездах, еще раз поговорить. Потому что вот встретил я на пути, вот видите, прям тропа сразу. И вот тут на маленьком деревце вот такое маленькое гнездо. Представляете, здесь были птенцы и выводили прям под дорогой. Обратите внимание, как уложены аккуратно, плотненько все связано. Вот кто ее учил? Никто не учил. Все это у них инстинкт, мозги. Вот, пожалуйста, гнездо. Сейчас пойдем сравним. У меня канарейка сегодня тоже начала плести гнездо. Вчера вечером дал я ей травку. И она буквально сегодня вот до обеда уже свила потрясающее гнездо. И как раз тут это гнездо в лесу встретил. И все это навеяло тему о гнездах. Поговорим еще раз. Вот, вроде я вам со всех сторон показал это гнездышко, пожалуйста. Ну вот если в дно посмотреть, оно просвечивается, видите? Сейчас я покажу вам. Вон, дно просвечивается. Обычно дно потолще делают, чтобы яйца снизу не замерзали. А вот там, кстати, дятел прилетел. Ну, тут не видно, наверное, в камеру мою. Все, отправляемся сейчас к моим канарейкам. Посмотрим, как там обстоят дела. Кстати, канарейки переехали. Итак, друзья, мы с вами снова у канареек. Канарейки поменяли место жительства. Там, где откуда ранее были, они выселены в новое помещение. Тут, где сейчас у меня все сидят, и попугаи, и канарейки. Пока места нету, вот они. Здесь разместил в проходе, думаю, видео отсниму. В общем, хотелось бы обратить ваше внимание. Гнездо. Это пара. Кто смотрит, в курсе. Кто не смотрит, посмотрите ранее снятое видео, историю про эту пару. Канарейка снесла кладку, высидела, один птенец вылупился, она его не кормила, он погиб. Вкратце объяснил. И вот, значит, эта пара пошла на вторую кладку. Канарейка сегодня с утра усердно очень строит гнездо. Даже вот сейчас, смотрите, она взяла травку, пережевывает ее, там расщепляет, будет сейчас ее вплетать. Сейчас давайте понаблюдаем, как она с этой травкой поступит. А чуть позже я ближе наеду на гнездо и покажу вам, что внутри творится. Там все услато так идеально. Ну, в принципе, так же, как мы сейчас с вами в лесу видели. Дикие птицы плетут и канарейки плетут. Ничем не хуже. Что-то надолго ее носит. Сейчас я попробую вам показать. Вот, обратите внимание. А, тут свет плохо падает. Вот, в общем, видно хорошо, да? Все, канарейка устилает полностью стены. Готовится к второй кладке. Будем надеяться, вторая кладка принесет больше птенцов. Потому что я начал кормить. Начал кормить особым питанием, чтобы кеннер оплодотворил яйца. Это тоже очень важно. Сейчас посмотрим, может быть, нам продемонстрирует она, что она с травой сделает. Интересно посмотреть на камеру. В общем, вот такое вот видео сегодня. Что-то долго наносит эту травинку. Я думал, сейчас нам продемонстрирует сразу, она что-то... Может, стесняется, волнуется. Вот, обратите внимание, подошла к гнезду. Нет, все-таки
передумала. Вот так с травинкой канарейка может бегать целый день. Может два дня бегать. Может построить гнездо. Вы посмотрите, подумаете, что вот уже построила, скоро будет нестись. А потом вытащить всю траву, абсолютно всю, все, что строила. Может выкинуть снова на пол и снестись в пустом гнезде. Были такие случаи. Были такие случаи, что вот наплела, все красиво, все хорошо. Выкидывает полностью все на пол. Потом снова все обратно устилает и снова несется. Чем это вызвано? Загадка. Может, там ей неудобно, может, ей там колет, не знаю. Но бывают такие случаи. Бывает просто. Вот наплетет, снесется и все. А некоторые, бывает, вообще не плетут. Несут так, в какое дали гнездо, в такое несут. Ну, в общем, что-то она затянула с этой травинкой. Ну, я думаю, суть дела понятна, да? То, что канарейка собралась на вторую кладку. Так что ожидайте, скоро, я думаю, появятся яйца. А за ними недалеко и птенцы. Так, несколько слов о новом помещении. Пока канарейки будут находиться в новом помещении, это вольеры у меня в разработке, так скажем, для крупных попугаев, для розел, то есть для средних попугаев, здесь будут жить. Ну и пока тут канарейки у меня теснятся. О, нет. Видите, почему-то таскает, но не стелит. Может, я ее смущаю, не знаю. Я тут с камерой, с прожектором пришел, конечно. Нет, видите, не получается. Что-то прыгает, прыгает вокруг да около, но не плетет. Ну ладно, друзья мои, не будем смущать. Пускай плетут, пускай размножаются, все будет нормально. Так что продолжение следует. До скорой встречи на моем канале.